Дорогие друзья, всем привет! И вы снова смотрите канал очаровательного эльфика под именем Квинита. Кстати, сегодня я не совсем эльфик, я еще немножечко мишка. Кстати, да, сегодня я снимаю видео вместе с Юлей и с Линой. Передайте всем привет! Всем привет! Приветик снова! А сегодня мы будем играть в правду или действие. Так, ну что, ребята, погнали. Мы тут, кстати, такую студию небольшую сделали. Это, кстати, наш дом под водой. Это моя стримерская комната. Еще есть роскошная спальня. И есть. Роскошная спальня. Почему не могу на нее лечь? Ладно. Есть комната чайпития. Потайная комната чайпития, да. Это типа стулья. Мне не нравятся вообще такие стулья. Прям вообще. С этими угончиками. Так, ладно, идем, возвращаемся вот сюда вот. Так, ребята, ну что, будем выполнять ваши действия. Так, Юля, возвращайся сюда. Юля, ты где? Юля! Шнелли. Ну что, давайте зачитывать первое действие. Итак, я уже тут зашла, смотрю все ваши комментарии. Это просто жесть, здесь есть такие задания, даже с вебкой, которые надо делать. Это просто полная жопа. Начинаем. Первый вопрос. Давайте, наверное, начну я. Мы будем по кругу друг другу задавать правду или действие. Так, я бы хотела начать с Лины. Лина, правда или действие? Правда. Итак, Лина, есть ли у тебя парень? 2 месяца назад был, сейчас нету. Так, Юля, правда или действие? Ну, давай, правда. Правда. Хорошо. Здесь записал чувак, что это правда, а на самом деле это действие. Это у нас вопрос от Рэмбл. Нет. Нет, вообще никогда? Точно это правда? Мне кажется, что это неправда. Ладно, верю. Хорошо, поверю тебе на первый раз. Давай, Лина, теперь. Задавай мне. Правда или действие? Так, ну давайте я выберу действие для разнообразия. Полина, поцелуй сама себя. Как я поцелую сама себя? Как? Как я это сделаю? Каким образом? А, вот так можно. Ма, вот. Все, я свою руку поцеловала. Ну, это же я. Моя рука, это же я, получается, да? Это я. О, все, давай, сделала это. Да, я выполнила. Юля, правда или действие? Давай. Правда или действие, блин? Правда. Какал ли ты в штаны? Нет. А в детстве? Нет. Эй! Нет. О, Полина. Ой, что? Где? Когда? Правда или действие, Полина? Так, ну, выберу правду. Отвечу на какой-нибудь честный и правдивый вопрос. Почему 2 плюс 2 равно 5? Потому что это писал двоечник. А вообще там есть доказательства, оно очень сложное. Но мы не умеем думать, поэтому мы не будем рассказывать. Правда или действие? Действие. Накормить мимозырису сырой курицы. А, ну это просто, это... да, вот, все. Все, мимозыри убежал. Так. И сколько раз ты сказала слово так? Читаем, девочки. Так, Юля, правда или действие? Действие. Спой песню или подойди к жителю и скажи, что он твои трусы. Любую? Там не написано, какую. Не уточняется? Да, не уточняется. Давай, пой. Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год. Так, я сейчас отойду на 5 секунд и потом приду. Кошары! Лин, давай быстрее закрывай. Оля не заметила. Это что такое? Господи, что вы тут сделали? Так, Лина, правда или действие? Давай правду. Опять правду? Ну ладно, хорошо, у нас уже скоро правда закончится, и все будем действия выполнять. Ты когда-нибудь прогуливала школу? Вопрос от ChangeXPlay. Да. Да? Прогуливала? А твои родители об этом знают? Ну, меня мама отпрашивала с уроков, мы ехали к брату, ну, короче, его позвали Икею работать Дедом Морозом. Но это считается как прогул. Лина, правда или действие? Давай, Лина, правда. Прыгни в лаву и кричи, я рыбка, я рыбка. Это... Вот уже тут Юля сделала лаву. Сейчас все заставлю шаурмой, ну, чтобы красиво было. Ого, я еще буду выживание это делать. О, давай. Давай, Лина, давай. Я готовлюсь. Лина, ты была мне очень дорога. Мы с тобой были в душа в душу. И ты была моей самой лучшей подругой, Лина. Я не знаю, как я смогу без тебя вообще жить. Я тебя очень люблю.
Прощай. Лина, Лина, нет, нет, Лина, остановись. Сломайся, пожалуйста. Ты выжила, ты выжила, ты выжила. Я рыбка, я рыбка, я тону в лаве. Я под жаркий вою, свой пукан. Так, Полина, давай, правда или действие? Ну, допустим, я выберу правду. У меня такой вопрос, как парней было у тебя? В смысле, интернет-парней или парней в реальной жизни? Всех парней. Всех? Всех, скажи, не уточни, но всех говори. Ну, самые яркие можешь их имена сказать? Ну, допустим, Ты что, забыла про одного человека? Блогера? А, неформал, но мы с ним не встречались, просто я его любила, а у него была безответная любовь. Вот так вот. Юля, правда или действие? Правда. Мое место освободилось. Были ли проблемы с родителями? Ну, ты ругалась когда-то с родителями? Не помню такого. Так, дальше, 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 Лине. Задаю, Лина, правда или действие? Действие, давай. Возьми яблоко и напиши на нем Квинита. О, боже. Я пошла за яблоком, ждите меня. Ждем. Полина, правда или действие? Так, ну, пусть будет действие. О, да. Я действие как раз интересно. Знаю, что я тебе возьму. Я скажу от кого. Нормальное будет задание. Хочу, чтобы ты спела песню «Мимозыря», Полина. «Мимозыря»? Песню? Ну, я поняла, как ее, короче, петь. Сейчас поем. Я лиса, живу в тайге. Днем я сплю и соплю во сне. Ночью брожу, тебя не бужу, ведь я ягоды ищу. Мимозыря, ми-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 ми. Я мимозыря. Полина, правда ли действие? У меня такая есть последняя возможность выбрать. Ну давайте выберем действие, потому что действие интересно выполнять. Выложи самую позорную фотку в YouTube или ВКонтакте. У меня есть фотка, у меня даже она не одна, там как бы она одна, но она не одна. Я еще выкладываю аудиозапись с мимозырей и выставляю вот эту публикацию. Полина Кузнецова, вот, я выложила новую фотографию. Вот раз последняя фотка, где ты жрёшь. Правда ли действие? Действие. Вот самое интересное напоследок. Построй самолет в Майнкрафте. Ну что, крэзи, это же легко. Ну давай, давай, идем. Вот все, я отметила метку, где мы будем его строить. Давайте сюда. Это я высоту сделаю. Давайте все вместе. Давайте. Я колесико делаю. Я делаю корпус, типа. Тогда все внутри сделаю. Ну и чуть-чуть так вам помогу. Я сделала унитаз. Ты прям позаботилась обо всех. Ну как вам наш самолет, который мы построили? Если нравится, то ставьте лайк. Вот, ребята, какой у нас крутой самолет получился. Вот реально очень похоже на самолет. Прям очень. А что лаймовый-то не добавили? Лаймовый тоже надо, да, лаймовый тоже, потому что у Лины любимый цвет лаймовый. Давайте набираем под этим видео 30 лайков, и я выпущу еще какую-нибудь подобную игру. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. 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 Все, всем пока.